Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Days After. Так, у меня есть досочки, и я... Хочу, наверное, их сюда поставить. На вышку. А мне не вот... Блин, одной доски не хватает. Где вот ее взять, а? Скажи-ка мне на милость. Где мне взять доску? У меня здесь, ребят, такой бардак, если честно. Так, возьмем-ка уши. Хотя зачем они мне нужны? На данный-то момент... Так, здесь камни. Ишь, целая куча всяких ящиков. Так, фиолетовое ухо, ремкомплект. Мы хотели с собой пойти на турели, ведь так? Взять ремкомплект, допустим, да? Взять ракетницу. Что-то там еще... Ага, там еще нужен, по-моему, металлолом для того, чтобы сделать эти турели. Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть вообще. Где у нас ракетница еще к тому же? Ракетница у нас тут. Металлолом. Где, вот скажи мне его. Найти. Вот он. Так, металлолом, к примеру, мы с тобой возьмем. И что, я там буду отбиваться от зомбарей вот этим вот трубой этой? Ну, это, мне кажется, это глупо, ребят. Мне кажется, я так и ракетницу профукаю. И ничего толком не получу, поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки пока воздержимся от этого похода. Пока. Чуть-чуть посильнее будем, тогда уже, да, ребят, тогда уже приступим. А в данный момент... Так. Что тут нужно, чтобы улучшить? До 4 уровня. Значит, нужны доски, глина, веревка, понятно, медная проволока. Этого у меня ничего нету, поэтому я побежал... Без еды, без всего, что ли, я побежал? Ну да, у меня даже запасов еды нет, представляешь? Ладно, ближайший лесок меня накормит. Я надеюсь, там будет тыква. И мы с тобой сытненько перекусим. Ну, даже если нету тыквы, ягодки нам в помощь. Вот так вот, ребята, вот выживаем, как могу. С одной трубой наперевес бегаю. Хотя до этого у меня был и пистолет, и арбалет, и все это потрачено. Спасибо большое, не надо мне вашу катану, которая ломается через 3 секунды. Мне нужны доски. Доски можно, кстати, попробовать найти вот здесь. Здесь очень много, ребята, лежит ящиков, которые можно разбить. В них можно добыть клей, электронику. Ну, в общем, редкие такие ресурсы, которые нам, в принципе, всегда нужны. Так что давай, наверное, начнем здесь. Я не пойду в сам супермаркет, потому что идти туда бесполезно. Там меня могут раскурочить. Я здесь по окраинке побегаю чуть-чуть. Вдруг я найду эту последнюю доску. Мы тогда с собой сможем вышку улучшить до 3 уровня. Соответственно, после этого нам откроется новая территория. Ну что, давай посмотрим. Так. Ну это все фигня. Эти зомби — это ерунда, ребята. Ага. Джорджи. Надо его накумарить. Чего? Башмаки, блин, сломались. Ну как вовремя это все, а? Это всегда так, я уже привык. К этому я уже, ребят, привык. Так, что у нас тут? Тряпка, забираем. Так, доски, это все не нужно. Захламлять я просто сейчас не хочу. Вот, вот у нас вот эти штуки, ребята, их просто ломаем. Тут, например, ткань. Ладно, ничего страшного. Так, у нас вот там еще сундук. Стоп. Сейчас попробуем по башке надавать. На! Да сдохни ты уже! Все, шикарно. Так, что у нас в этом ящике? Давай посмотрим. Консервы. Ну, в принципе, лишними они не будут. Так, ломаем тут. Селитра. Ну, как-то мне не это хотелось бы на самом деле. Так, наверное, надо схавать немножко, да? Они меня волей-неволей затаскивают именно туда. Я не хочу идти. Блин, бегут уже. Оу, и Джорджи, это что такое? Они все услышали, что ли, меня? Я не понял. Так, где мои эти? Хотя толку-то от вас. Давай Джорджи накажем. Бей Джорджи этого, блин, стоит, тупит, блин. Еще и шапка сломалась. Ну все, ребята.
Я стал... Еще и рубаха. Отлично, я вообще остался без брони. И джинсы сломались. Вот так вот. Все в одну кучу. Так, мне бы просто сломать. Я с этим 100% уже не справлюсь без брони. Шина. Что, еще одна шина? Блин. На одних шинах далеко не уедешь. Так, сумка, подожди, может быть здесь что будет? А нам нужно водосборник улучшить, да, на 3 уровне. Так, бинты, гвозди. Это, конечно, хорошо, но... Там у нас этот токсичный чувак. Видишь, там стоит. И сразу все побежали, блин, ко мне. Блин, что делать-то будем, а? Драться через боль? Наверное, придется драться через боль, друзья. Да сдохни ты уже. Ничего у тебя нету? Что с музыкой-то? Так, сейчас мы тут с тобой сломаем, посмотрим. Мне нужен всего лишь один ящик. Ой, один ящик. Одна древесина. Доска даже, а не древесина. Так. Тревога сейчас какая-то будет. Все, они бегут. Сматываемся, друзья, отсюда. Сматываемся, здесь уже нам делать нечего. Мы же не хотим тут погибнуть. Нет, конечно. Так, а что у тебя тут? Да ладно, некогда смотреть. Трындец. В общем, доски я там не нашел. Хорошо. У нас еще очень много локаций, где мы с тобой можем пошоркаться. Забежим тогда к шерифу, посмотрим, что он нам там может предложить на обмен. И если это у нас есть, естественно, я возьму там уши или что там. Пойду обменивать. И надо как-то одежду себе делать. У меня одна куртка там лежит, конечно, в ящике, но она, опять же, наполовину поломанная. А сапоги и шапку, это все нужно будет делать. Ну-ка посмотрим. Так, не годится, не годится. А это еще кто? Что это такое? Водительское удостоверение. 6 штук, где тебе возьму эти водительские удостоверения? Ну, вы серьезно, блин? Уши, раньше было уши фриков, да, обычные. Теперь нужно еще фиолетовые. Нет, ну одно ухо я нашел такое фиолетовое. С мини, так сказать, босика. С мини-босика, который там как раз в универмаге стоял. Пополз на меня, но я ему втыкано быстро сделал. И поэтому, ребята, ухо забрал. Но там у меня, по-моему, был что? Ствол? Да? А без ствола ты что сделаешь? Вот с этой дубинкой будешь бегать? Тебе эту дубинку в одно место засунут и провернут там еще несколько раз. Это не вариант. Так, ладно, давай думать другое тогда. Сейчас элементарные шмотки, что там для них нужно? Давай смотреть. Ну, вот, например, так, шкуры, тряпки, ну и трава, да? Значит, нам нужны шкуры, тряпки, трава. Все это у меня должно, по идее, лежать. Так, трава. Забираем. Камни. Так, выложим пока вот это вот все. Селитру. Это все мне пока не нужно. Так, здесь опять же уши. Шапка есть. Но она такая уже подтасканная. Во, вот эту возьмем. Шапку пока мы с тобой делать не будем. Есть, так, трава. Сапоги тоже вроде бы есть, но опять же, ребята, пошарпаны эти сапожки. Так, тут селитра, ничего нету, да, получается. Так, нашел перчатки. А где же у меня рубаха должна быть, я помню. Так, еще одни сапоги. Так, ну давай хотя бы приоденемся чуть-чуть. Значит, что нам нужно с тобой? Так, у нас есть вот это вот еще тут. Прочная шапка. Прочная куртка.
Три веревки. Так, плюшные штаны. Ткань и веревка. Ткань и веревка, по-моему, у нас есть. Так, одна ткань есть. Так, рубашка, ребята, нашлась. Ткань и веревка, да? Так, ткань нашли. Теперь нужна веревка. Веревка есть. Но, по-моему, две штуки будет маловато. Бита. Не будем мы эту биту брать. Так, с веревками что ли проблемы? Я не могу понять. Или что? Нет, вот. Ну что, давай посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Во-первых, наверное, лучше оденемся с тобой, да? Так, сапоги. Одеваем. Перчатки одеваем. Шапку одеваем. Хоть что-то, ребята. Наручи. Куртка. Значит, нам нужно сделать с тобой джинсы. Так, я хочу нормальные путевые джинсы себе. Вот эти вот. Изготовим. Так, прочные штаны написали, да? Вот как раз-то мы их с тобой и напялим. Так, остальное все выложу, наверное, куда-нибудь в пустой ящик, в неподписанный. Так, погоди-ка, а перчатки? Перчатки... А, так это вместо перчаток? Нет, давай тогда вот так сделаем. Так, и остальное все здесь, да, выкладываем. Так, для того, чтобы улучшить водосборник до 3 уровня, нам с тобой понадобится следующее. Так, подожди. Шкуры, опять же доски, ребята. Все в эти доски вот упирается, а я не могу себе поставить станок по переработке досок, потому что, знаешь... Потому что у меня не хватает изоленты. Теперь уже и веревки не хватает. Так, кстати, у нас здесь с тобой... И этот станок я сделал. Так, сквозь треск и помехи становится что-то слышно. Попробуй начать поиск сигнала. Так, хочет получить. Дает взамен. Мясо. Ну вот это вот можно было бы, ребята, отдать. Дает взамен. Да, я даже не знаю, ребят. Поиск. Тут, по-моему, всего два поиска делается, да? Ну что, мы с тобой отправляемся дальше на поиски. Нам нужно мясо, чтобы наши собаки росли. Это раз. А нам нужны деревяшки, древесина это. Плюс я бы не отказался, конечно, от очень большого количества изоленты. Давай-ка вот сюда сходим. Тут у нас очень много машин. Их можно обыскивать. Вдруг чем-нибудь там надыбаем. Видишь, одной доски не хватает для того, чтобы прокачать вышку до 3 уровня. Открылись бы сразу многие локации. Там бензоправка открылась бы, да? Куда бы мы могли с тобой сбегать? Так, я выложился по полной, поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, все здесь будем собирать. Так, эти машины обыскиваем. Опа, курточка, кожа, гвозди. Это хорошо, ребят. Так, ну эти зомби, в принципе, сосунки, ребят. Вон тыква лежит. Миско бегает. Так, жир я брать не хочу пока. Да нет, ну зачем ты отвлекаешься? Вот, бери. Так, друзья мои, я и не понял. Вы писали мне. Ну и зачем ты начал это делать? А? Давай, бомби. Давай еще одного зомбарика. Нормуль. Так, что у них там? Уши? Тряпки? Кожа. Богатые зомби были. Иди сюда, хлыщ. Хотя я ему сейчас по голове. На. Так. Этот услышал, что ли, идет там уже. Джорджи. Кабан. Так, это изучиваем сразу же. Это все забираем. Подсвинок чертов, а?
Визжит еще. Так, бивни забираю. Это я все использую. Ягоды тоже используем. Подожди, зачем я так сделал? Это надо мне надеть. Вот так вот. Так, еще мясо есть. Давай подобьем. Джорджи. Ноль внимания, да? Типа он меня не видит. Сейчас я ему сюрпризик-то сделаю. Волчара на меня среагировал. Так, минус волк. Мясо. А Джорджи, блин, не реагирует, да? Давай дубину. Ты дубину что, брать не будешь? Вот это, конечно, бесит, что во время боя он не может взять дубину. Так, у нас здесь зеленый вот это машина, которую я еще, ребята, не проверил. Так, съедаем ягоды, фотоаппарат. Когда я это все смогу разбирать? Запчасти. Мне нужен будет, наверное, какой-то станок для всего этого дела. Ну, сдох. И у него... Подожди-ка, есть у него что-то, лежит. Мясо. Так, эту машину мы с тобой не проверяли. Опачки, клей. Так, камень мы с тобой сюда... Погоди, вы что делаете? Так, выпьем, наверное, да, с тобой? Камень я выброшу. А вот это я заберу. Так, два клея. Это нам хорошо, это нам пригодится, ребят. Так, идем дальше. Тут у нас еще один фургон. Перевернутый. Шапка даже. И кирпич. Выбросить. Экипировать. Так, и кирпич. Вот это вот выкинем, наверное. Ух, фрика. Кирпич возьму, хотя кирпичи мы, наверное, сами. Так, подожди-ка. Кирпичи мы, наверное, сами с тобой сможем вскоре делать. Через лет так пяток. Блин. Ну вот нафига вы там громозику этого взяли, а? Джордж, иди сюда. Да уничтожь ты его, блин, уже, а? Теперь этого. А тот услышал, да? Он услышал, бежит. Говно с рули. Ну что, придется мясо лопать. Или драться с ним, блин. Давай мы его, наверное, обманем. Где ты там? Пошел обратно уже, наверное, да? Ага, он там бегает, меня ищет. Вот и пускай. Тихо, пёся. Не надо. Так, а вот та самая изоляция. О, труба. Слушай, подожди секунду, тогда нам надо. Тогда я вот это выложу. Фотоаппарат, вот это я заберу. И экипирую. Так, спрей. Забираем. Изоленту. Так, гвозди у меня, по-моему. Так, рубашку, наверное, ты выкинет или что? Даже не знаю. А веревка нужна, ноутбук нужен. Да чтоб тебя, а? Ну... Давай вот так вот, наверное, сделаем. Фиг с ним. Так, у нас еще здесь что-то. Ага, давай глянем, что у нас тут лежит. Доска. Доска последняя, которая мне нужна. Не, ребят, тут надо однозначно ее брать. Ну что, погнали отсюда. Вернуться можно и добрать здесь все остальное. Как вы мне писали в комментах. Не выбрасывай, не выкидывай. Все, как говорится, пойдет в дело. В принципе, я с вами согласен. Так,
Мы сейчас с тобой делаем вышку до третьего уровня. У нас открываются новые локации, и, соответственно, мы с тобой сможем их, надеюсь, навестить. Ну и посмотреть, что у нас там. Главное не наткнуться на мародеров и на каких-нибудь там вандалов и тому подобное. Потому что я с этой трубой, а больше чем уверен, у них будут стволы там. Ты же видел? Огнеметчики, гранатчики. Всякого там хватает. Да, мы, кстати, еще не ходили с Бетти общаться. А надо бы ее навестить. Подожди-ка, здесь точно доска? Тут не изолента ли нам нужна? Нет, доска. А где доска-то? Вы сейчас издеваетесь? Куда делась доска? Слушай, я ее случайно не выкинул, нечаянно, а? Да не должен был. Так, ладно. Миска им на 2 часа. Так, что у нас еще здесь можно сделать? Так, с Бетти поговорить. Поговорим обязательно. Так, здесь ткань, все дела. Тут у нас 2 баллона. Плюс бревна. Вот это что за бревна? Дубовое бревно, понимаешь? Тут еще не все бревна нужны. Тут уже дубовое. Не, с доской, конечно, круто получилось. Прям офигенно. Прибежал, блин, на свою голову. Так, ладно. Выбора у нас все равно нету. Нам придется эту доску забирать. Выкладываем, 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 выкладываем и выкладываем. Все, друзья мои, побежал за доской. Единственное, что, конечно, хавчика вот нету у меня. Еды нету, друзья. И везде нужна доска. Так, погоди-ка, для того, чтобы сделать нам станок, нам-то чего не хватает? Тоже досок? Или изоленты? Так, здесь нам не хватает с тобой 6 штук изоленты и 8 веревок. У меня нету 8 веревок, и изоленты 6 штук точно нету. Поэтому нам придется с тобой бежать туда, забирать эту доску, а там этот хрюндель бегает. Поэтому нам придется с тобой пособирать в округе ягоды, нажраться ими. Хорошо, здесь недалеко. Авария на мосту. Слушай, а прикинь, сейчас этой доски не будет. Вот я обрадуюсь, блин. Последнюю доску продинамить. Микрочипы можно найти на свалке или водокачке. Так, давай аккуратненько с тобой найдем кусты. Ягодные или еще какие-нибудь. Вот. Полюбаську нужно будет перекусывать. Так, в этой машине что мы с тобой забыли? Это фигня, это нам не нужно. Так, нам надо будет с тобой еще бежать мимо этого хламона, который там стоит. Жиробастый этот, жирный. Опа, веревочка, опа, похлебочка, ребята. А вот это вот круто. А вот это уже мне нравится. И жирный здесь как раз где-то бегает, вот он. Мимо него не получится, да, пройти? Или получится? Ха! С полтыка. Вот она, эта доска. Твою налево, это же надо было так ее пропустить, а? Это опять, друзья мои, спешка. Спешка вот это вот вечный мой враг. Волчара, иди сюда. Мясо дай. Шкуру. Только лишь шкуру он мне подогнал. Так, а в каких локациях у нас с тобой спрятаны сундуки? Я вот не помню. Опа, еще изолента, сапожки, жир. Сапожки, жир, это все... Кто там у нас? Джорджи. Слушай, а у меня труба-то какая? Заточена, да? С одной звездой, по-моему? Ну да.
А, пользуюсь-то я своей старой трубой. Ха. Так, мясо, шкуры, жир. Так, машину надо еще облутать. Эй, это что такое? Стальной лом? Стальной лом, ребята, мне выпадает впервые. Так, подожди, что мы тогда можем с тобой выкинуть? Древесину я выброшу, наверное. Я хочу взять тыкву. Ну и получается, что все, здесь я, ребят, собрал. А в любом случае, даже если так, ребят, все равно бы я возвращался бы, да? И добирал бы здесь лут. Поэтому то, что я эту доску в первый раз, ну, не добрал, ничего страшного. Ну что, настала пора нам улучшать вышку. И нам это с тобой доступно будет, по-моему. Ну-ка. Ага, тут четвертый уровень, а здесь? Вот. У нас будет доступна шахта. Нам будет доступны дубы на болоте. Так, а тут четвертый уровень, да? Военные возвели здесь баррикады, чтобы сдержать натиск зомби, идущих из города центра. Ага, смотри, здесь тоже нужна смотровая вышка третьего уровня. Так что надо обязательно ее делать. После этого у нас открывается, ну, по крайней мере, три локации я насчитал. Может быть, что-то еще будет. Так, у нас с тобой 99 голода, 95 питья и 64 заражения. Это плохо. Ну что, вышечка, я принес тебе эту досочку. Вот так вот. Ага. Погоди-ка, какой уровень нам нужен? А, четвертый, да? Высоко сижу, далеко смотрю. И для того, чтобы ее прокачать, нам надо будет медь, гвоздик. Гвозди, кстати, есть. Трос стальной, по-моему, тоже есть. Ну-ка, подожди. Так, изоленту мы соединяем. Так, лом я выкладываю. Шапку, это все. Так, секунду, что там надо? Камни, лом. Ага. Камни, лом. Ну, камней-то у меня нету. Так, вот, кстати, еще три изоленты нужно будет и взять, и соединить. Камни, лом. Стальной трос. Я там помню, гвозди, да, по-моему. Медяха. И камень. Ну-ка посмотрим. Так, камень, медь, гвозди, стальной трос. Стальной трос. Я знаю, что у меня где-то здесь были, вот. Стальной трос, гвозди, мы все это с тобой возьмем. Так, это выкладываем, это мне уже не надо с собой таскать. Изолента, изолента, изолента. Куда же она мне нужна была? Я все говорил, что у меня мало изоленты. И где-то еще должен быть один стальной трос. Блин, ну вот где? Бордельник такой тут творится. Вообще жесть, ребята. Ну, я имею в виду у меня тут. Ничего не понятно, блин. Вот еще, например, два камня есть. Вот так вот. Так, хорошо. Для того, чтобы сделать доски. Угу. Так, металлолом. Металлолом. Ну, ладно, металлолом я найду. А вот где мне взять 8 веревок? 8 же надо веревок, да?
И 20 тряпок. 8 веревок и 20 тряпок. Тряпка есть. Веревка, например, есть. Сейчас будем тут по сусекам лазить, смотреть. Это кожа, это не то. Еще одна веревка, да? Здесь у нас с тобой что? Ничего нету. Здесь тоже ничего. Ничего не годится. Изолента. А нам нужно 8, да, по-моему? Так, я возьму припарку, ребят, потому что ее нужно использовать против радиации. Все. По-моему, с тряпками огромная-огромная проблема у нас. Их просто нету. Веревки я нашел, но опять же 7 штук. Нехватка. 4. Твою налево, а? Не, ребят, не хватает. Ни изоленты, ни веревок, ни металлолома. Стальной трос. Куда его сюда выкладывать же надо, по-моему, было, да? Нету. Куда выложить-то? Где пустой ящик-то? Сюда, наверное, пока выбросим. Пускай оно здесь в одном месте все хранится. У нас с тобой новые локи открылись, поэтому ты уж извини, но мы побежим с тобой именно туда. Так, пёсики. Вот вам еще 2 кусочка мяса. Кушайте. А я побежал. Будет очень, надеюсь, весело. Но враг там, наверное, будет посерьезнее уже, да, чем здесь, которые были. Ну что, на эту сбегаем. Как она там, водокачка? Что у нас откроется? Кузня тут будет скоро. Так, в шахты я могу уже бежать спокойно. Так, а вот сюда могу? Почему закрыто? Вот здесь, кстати, дубы на болоте. Пойдем сбегаем с тобой. А дубы на болоте разве не были у нас открыты раньше? По-моему, были. Вход. Автомобильные запчасти стоит искать на свалке. Где эта свалка? Вот объясни мне. Слушай, а если здесь дубы на болоте, значит, здесь можно добывать дуб. Пьем чашечку чая. Ну да, здесь, наверное, и зомбарики будут отравленные, какими-то радиоактивные. Сейчас посмотрим. Пробежимся, взглянем. Почему так долго отправляемся в поход? Нет, ребят, по-моему, здесь я не был. Это новая лока. Что ты делаешь-то? Угу, кто там у нас? А здесь кто? Вепрь. Так, сломались перчатки. Это, как всегда, вовремя. Да возьми ты, блин, ягоды. Да, ребята, новая древесина. Видишь, вон, это дуб. Так, волчары, ты уж извини, но тебе придется шваркнуть. Так, мех. Ломаем дубы. Чего? В плане необходим уровень 34. Это о чем вообще вы говорите? Что-то, ребята, я не понял на самом деле. Что происходит? Необходим уровень 34. Почему именно такой-то уровень нужен? То есть этот уже не годится, да? Я уже не могу ничего этим топором ломать. Или... У меня нет, ребят, пока никаких вообще комментариев по этому поводу. Я не понимаю, почему именно так все. Так, хорошо, забираем пока тряпки. Ягоды я, наверное, использую. Тыкву тоже сожрем. Так, зомби тут ходят везде. Ходят вроде. Ну хорошо, хоть это могу ломать. Спасибо хоть на этом.
Я просто одного не могу понять. Зачем мне тогда эти дубы на болоте, если я не могу собрать сами дубы? Может быть, они мне очень сильно нужны? Че мне, до 34 уровня теперь ждать, когда я прокачаюсь? Это, извини, меня будет еще совсем не скоро. Что там бегает? Блин, там радиация зашкаливает просто, слышишь? В плане, блин, ты че, плюется на мне, а? Башмаки сломал. Фига она. Ты видишь, что она сделала? Она взяла, отбежала. Используем все, что есть. Она взяла, отбежала и начала там плеваться. Сейчас я накажу. Шелли. Все, минус Шелли. Слушай, ну по крайней мере хотя бы веревок мы с тобой здесь наберем. Опять. Надо тогда... А вот это, кстати, не дубы у нас? Нет, это у нас обычная древесина. А это кто, Шелли или нет? Нет, это Остин. Это самый обычный Остин. Так, веревку забираем. Тут бомбим. Металлолом. А здесь у нас что? Тоже металлолом. Так, точно. Так, сундук охраняет. Читер, возле каждого сундука будет вот этот жарабас бегать, блин. Тут два сундука. Твою налево, ты посмотри, сколько их здесь. Саймона вырубили. Блин, хавчик нужен, у меня хавчика нету. Это кто у нас? Блин, опять этот амбал бугай ходит здесь. А тут два сундука. Очень такая, знаешь, вкусная нажива на самом-то деле. Вот я все трусь, как бы мне все это дело получить. Что там у меня за крафт доступен, а? Скажи-ка мне на милость. Чего я сделать не могу? Так, а это кто у нас? Это грязная Шелли. Сколько у нее? 175 хп. Угу, я так и понял. С ней, короче, бесполезно драться, она меня ушатает. Ну, здесь вот еще можно, наверное, ребята, подраться. Я, в принципе, не удивлен. Новые локации, сам понимаешь, да? Новые противники. Так, сейчас мы с этим попробуем разобраться. А там кто ходит? Там ходит обычный зомбарь. Давай, наверное, обычно с тобой положим. Это у нас Саймон. Ты кого там обыскиваешь? Блин, я вообще-то хотел, чтобы ты обыскал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, бей тогда уж. Трэш. Посмотри, сколько у нас хп. Замечательно. Налутался просто охренеть как. Надо бежать до дому. Иначе нас тут любая букашка тронет, и я рассыплюсь. Здоровье всего 14 хп. Ну, главное, мы с тобой здесь побегали, посмотрели, что это за лока. Тут можно фармить веревку. Слушай, колодец. Но его восстановить, по ходу дела, нельзя, да? И насчет дубов, конечно, ребята, это полная подстава. Нужен уровень 34, пишут. Ну вот, посмотри. Обалдеть. У меня там задания есть, в которых написано: принеси дубовые эти. Так, подожди-ка.
Бревна дубовые. Задание чуть ли не одно из первых. А мне сейчас пишут: парень, ты уж извини, но 34 уровень. Для того, чтобы то ли топор этот сделать можно будет на 34 уровне, то ли я смогу просто рубить эти деревья, блин. Какой же так, понимай. Так, ладно, бежим с тобой до дома. В этой локации мы с тобой побывали. Надо будет глянуть, куда мы можем с тобой еще попасть. Где мы можем еще что-то глянуть. Можно пойти к воротам. Там, где военные закрыли. Но мне кажется, что там либо пропуск нужен будет какой-нибудь, либо туда на машине надо ехать. Ну, что-то такое. Вряд ли меня там пустят так. Знаешь, заходи, родной, все тебе рады. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой тут половину выложим. Шкуры, это бревна. Так, вот это можно надеть? Окей. Так, траву. Здесь бревна пускай лежат. Так, веревку сюда положим, тряпки. Ну, как-то вот так вот все. Хаотично. Еда мне нужна. Угольки, блин. Так, подожди-ка, чтобы улучшить, что нам нужно здесь? Опять же доски. Опять же доски. Так, песики. Вот вам еще один кусочек мяса. Семян у меня нету. Посадить ничего не могу. С едой все очень паршиво. Где-то так, возьмем, наверное, курдюк с тобой. Ну, пить, чтобы просто хотя бы элементарно водички. И все, ребята, больше я ничего не вижу. Так, а вот, кстати, и стальной трос, который я все искал. Вот сюда вот его мы. Вот так. Все, в принципе, с тросом мы разобрались. Трос можно выкладывать. А вот по поводу еды... Не разобрались, ребята. Еды нет, в любую секунду можно просто отдуплиться. Понимаешь, траву жрать мы с тобой... Хотя, если вот ягоды только... Ну-ка, что нам там, два компотика этих? Они нам погоду с тобой не сделают. Ладно, давай выпьем. Фиг с ним. Так, и глянем, в какую луку. Опять же побежал без ботинок, голожопый практически. На каждой новой локации, ребята, новые враги. Так, мы сюда можем, нет? Так, четвертый уровень, понял. А сюда? Тоже четвертого уровня. Окей. А сюда? Речная деревня. Так, небольшая деревня, построена на крышах затопленных домов. Здесь путники могут торговаться и обмениваться новостями. Хо! Чё-то новенькое, друзья мои. Деревня, которая сделана на крышах домов. Для меня это что-то какая-то новость прям, ребят. Если мы можем здесь торговаться, плюс еще... обмениваться новостями какими-то. Может быть, здесь кто-то из странников пойдет ко мне в торговлю. Может быть, он как раз здесь. Сейчас увидим. Так, вот эта вот прогрузка постоянная между локациями меня немножко напрягает. Нью-Сити, новый город. Записка добавлена в блокнот. Так, а зомби здесь будут или нет? Опа. Привет, незнакомец. Какие новости? Говорят, чертовы ублюдки уже из каждого куста лезут. Скоро и до нашей деревни дойдут. Да, я неплохо стреляю. Если нужна огневая поддержка, то я в деле. Принеси мне немного этикеток, и я присоединюсь к тебе в следующей вылазке.
Нет у меня таких, парень, этикеток. Дэйв, ты уж извини, если бы были, я бы тебя взял с удовольствием бы. О, новые лица, меня зовут Честер, и я здесь занимаюсь всякими глупостями. Чиню насосы, кресла и чайники, а еще торгую, у нас тут... Все торгуют, знаешь ли. Мой товар — чертежи. Если ты инженер или ученый, мне есть что тебе предложить. Принеси мне броню или оружие, и я придумаю, как их улучшить, и сделаю тебе чертеж по рукам. Так, обмен оружия и брони на чертежи. Положи любое оружие, ну... Ага. Он не хочет, ребят, топорик ему не нужен. Понял я тебя, короче, Честер. Так, вы тут вдвоем... Нет, вы не вдвоем, вас тут... Так, а это еще что за герцог, блин? Ты не местный? Надеюсь, ты пришел с добрыми намерениями. У нас тут пусто, не обращай внимания. Большинство жителей ремонтируют дамбу. Если ее прорвет, всех смоет. Миленькое дельце. Впрочем, кое-кто остался, мы используем в торговле этикетки. Ты можешь получить их у меня в обмен на броню и оружие, но качество вещей должно быть высоким. Угу, вот кто, значит, друзья мои, дает этикетки. Этот старый хрыч. Так, а что у нас тут? Вообще как-то пусто, ничего нет, вообще никого нету, ребят. Вообще пустота. Песик опять тут у нас. И не один. Да. То есть от этой локации, ну, честно говоря, мне ни холодно, ни жарко. Я-то думал, что здесь будет, ну, как-то поэффективнее что-то. А здесь просто торговцы, которые им нужны эти этикетки, а этикетки меняются на броню и оружие. Ну ты представляешь, да? На броню и оружие. Это мне нужно будет крафтить и отдавать это оружие. Хотя оно мне самому очень сильно нужно. Чё-то как-то мне не нравится эта локация. Значит так, мы с тобой отсюда уходим и пойдем проверим последнюю локу, которая нам доступна именно для открытия. Это военный гарнизон или как там? Ну, ты понял. Сейчас мы туда посмотрим. Если там, друзья мои, закрыто, я надеюсь, мне хотя бы скажут, что нужно для того, чтобы пройти. И смогу ли я добежать туда? Бежать. Ну, видишь, военные возвели там огромную стену. Потому что больше мне пока некуда идти. В шахтах я не был еще, ребята. Я, блин, про шахты совсем забыл. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, фиг с ним. Вход. Так, ну ладно, здесь прогрузка идет. Вот он мост, получается. Вот он мост, я так понимаю, он перекрыт. Либо военными. Скажут, парень, а ты можешь пройти через мост только если ты докажешь, что ты лучший. Ну-ка давай-ка добивай репутацию, как это обычно делается в таких играх, да? Так, ты-то кто такая еще? Нам не о чем говорить, гражданский. Если тебе что-то нужно, то иди к Пейну. Не о чем говорить, ну и фиг с тобой. Пойду к Пейну. Майор Пейн, что ли? Сержант Пейн. Эй, ты, выживший! Подходи медленно, держи руки так, чтобы я видел. Что ты тут забыл? Огромные ворота, которые ты видишь, сломаны. Мы послали запрос на починку ворот месяц назад, но, похоже, командование решило бросить нас. Ни одного сообщения за все время. Думаешь, сможешь помочь? Ха! Ну что ж, я не буду против. Попробуй раздобыть нужные детали. И я даже выдам тебе награду за это. А теперь не маячь у меня перед носом. Принесите мне и получите ценную награду. Ну ладно, трос есть, веревки есть, это есть. Подшипника нету. Слушай, награда-то. Коктейль Молотова, пукалка. Хм. Ну тут хоть повеселее как-то. То есть для того, чтобы, ребята, нам, видимо... продолжить историю, нужно починить мост. Где подшипник брать? Скажи-ка мне на милость.
где взять подшипник? У меня остается только одна, ребята, дурацкая затея. Это идти. Так, погоди-ка тут. Ага, это я просто бежал. Это идти на тот пост и просто отбиваться от орды зомби. Чего такое-то я не понял? Чего он меня опять сюда зовет? Так, погоди-ка, что ему надо-то? Да блин, ты не туда идешь. Лучше поговорить с девушкой в форме. Что? Что тебе надо опять? Да и все, для этого ты меня и звал, что ли? Странный ты, Пейн. Так, ты со мной разговаривать не будешь, верно? Нам не о чем говорить, гражданский. Да, я понял, понял, понял тебя. Так, здесь у нас соседи. Прогресс, так, забираем опыт. И здесь тоже у нас... О! 50 этикеток я получил. Угу. Это, конечно, круто. Короче, сюда нужно идти с этими... С подшипники, если найдем, сюда можно будет тогда бежать. А без этого... Нету. Остается одна, единственная, ребята, лока, в которой я еще не был. Это шахты. Поэтому давай мы ее посмотрим и, наверное, будем на этом закругляться. Но в шахтах, мне кажется, в шахтах всегда обычно жестко. Шахты, подземелья, сам понимаешь, да? Так что сейчас просто глянем с тобой. Взрослые собаки охраняют твой дом. Что-то я, кстати, вот не заметил, чтобы они бегали по территории. И кормишь, 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 и что-то они не растут. И брать их, походу, ребята, с собой нельзя. Они чисто дома сидят. Так, металлолом. Тут проблема, ребята, в другом. Тут проблема в том, что у меня здоровья ну просто нету. Просто нету. Вода, она чисто жажду утоляет. Если эти два говнаря побегут за мной, они меня порвут. Поэтому давай как-нибудь потихоньку. Как тут, блин, потихоньку, когда тут везде, тут Джорджи, то еще кто-нибудь, блин. Опа, сундук. Блин, волчара. Оу-оу-оу-оу-оу. Да. Ты дур... Он там где-то застрял, ё-моё, ребята, еле выжили. Может быть, нам отдохнуть на койке? Так офиг ли отдохнешь на койке? Если я сейчас прилягу, ребят, то и день закончится. Прикинь, мы уложились тютелька в тютельку, у нас одна единичка энергии. Так, ладно. Тут уже ничего не поделаешь, ребята, без еды делать нечего. Пошел он, короче, у меня отдыхать. Ну, а мы с тобой увидимся уже в следующей серии. И... Опять же лут, ребята. Лут, лут и еще раз лут. Если найдем подшипник, сразу побежим с тобой ремонтировать мост. А в шахту мы пойдем уже с тобой, ну, когда у нас будет уже тут все покруче. По крайней мере, хотя бы я броню на где-нибудь накрафчу. Нормальную. Так, видишь, он поспал. И кровать недоступна, ребята, целых 16 часов будет. Плюс вот здесь вот, конечно, нам предлагают всякие обменки, но... Биту бы вот эту. Слушай, а в принципе мясо, да? Гвозди, металлолом, это все у меня есть. К тебе отправлен курьер, он прибудет спустя какое-то время. Так, это я что, согласился? Это я согласился обмениваться, да? А у меня ничего нету. Молодец, курьер сейчас просто будет в шоке. Я надеюсь, это все будет без резни. По-мирному. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.